Отойди сейчас, смотри, как спрятались. Я Линус не вижу. Ну, вот теперь подальше отойди, пусть Лина это. Поднись, Ряд, пацан. О, видишь, какой хороший? О, видишь, какой? О, пакет, понюхай. Очисти его, очистить надо, вот. Что, что ты? Что, положи ножик, что ты его сразу в пакет? Там же еще один. Я уже три. Вот он, вон стоит. Я еще три гриба вот нашла. Оставил, вот еще один, Алина. Ну, ты смотри, вздутие земли теперь, смотри. А вон, нифига не прячется. А ты думала? Я думала, они вообще... Вот, видишь, показы. Вот, смотри, ходили. Жаль. Смотри. Раздавили, да? Ну. Ну все, хватит, все тут. Все, пакет вот. Вот сюда, Галя, переходи теперь. Вот он, вот смотри, как спрятан. Вот он, вон он, видишь, спрятан. Вот я не остановил. Нет. Ну, я думал, легко их искать, что ли. Вот это срезать. Вот это. Вот и смотришь потом, вот так ощупываешь. Вот он спрятался. Мама, что ты не ищешь? Я снимаю. Снимает. Круто, я уже много грибов нашла. Вот, видишь? О, видишь? Папа, я много грибов нашла. Вот и рядышком, вот видите. Ходи рядышком, смотри. Вот они стоят, видишь? Угу. Видишь, как? А фиг найдешь. Вон. Очисти сначала. Вон, нифига их там. Папа, смотри. Раз, два, три. Срежь их, папа, я не могу их срезать. Вон. Еще. Ну вот, молодец. Давай пакет, вот. В икру пойду, да, Галь? Угу. Посолим в икру. И вот, когда срезаешь, чтобы я никто не видел, это твои вот места. Вот. Потом вот так берешь и листиками присыпаешь вверх. Со стороны только. Рядом не берешь землю, листиками присыпал. А это выкинь. Вот и смотришь бугорочки. Мама, ты таскаешь. Давай. Мы срезаем. Фу. Руки можно обтереть, вот, об штаны? Пап, я нашла один гриб. Молодец. Я еще волнушки где нашла. Вот тебе бугорочек смотришь, вот так будешь. Вот около деревьев, они симбиоз, они вокруг деревьев, надо ходить смотреть. Вот я возле дерева один нашла. А кого? Грусть, ты? Да. Вот я нашла. О, нифига. Видишь, мама? А я что? Вот, я тоже же нашла. И ты нашла, молодец. Я туда смотрел и нифига не видел. Он весь уже. Он оторванный был. Пап! Где их обнуть? Ну ты смотри там, около берез смотри, я тут так проверяю. Вот около берез надо смотреть. Я тоже около берез. Вот. Че? А, нет, это... Он уже плохой. Ну. Они иногда вообще из земли даже не показывают, только по фунгурку живут. Вот по этой чьей-то яру надо. Да, вот из земли.